Понимаете, я на том юзик, сейчас вечер, воскресенье. Сегодня я сделала математику. И когда пришла к бабушке, то узнала, что Полинка заболела, она не пришла к бабушке. Вот наши соседи. Это наши соседи. Все заходили. На улице очень плохая погода. А моя красная принесла мне несколько розовых палочек. Сейчас что покажу. Я очень люблю жировать, особенно кукурузные палочки. Я просто кошмар. Да, ты просто кошмар. Вот такие фигнюшки, вот. Мам, как ты думаешь, если я там немножечко так приоткрою эти окошко? Так. А ей еще вон лен. Так. Водички добавить. Так. Так, вот можно. Потому что там холодно, а тут тепло. Так. И можно вот так. Вот такая вот. Пардон, апдейты. Ля-ля-ля-ля. Ба! Вот у меня разорвалась она дырка, вот эта разорвалась. И буш, ну, ложи. Лоль. Лора. Я не знаю, Лора. Вот такие, ба, смотри, вот такие. Стопку посадил под ногу. Стопку? Ба, мне даже можно и поменьше. Обалдеть, Флорис. А где? Можно даже поменьше. Что, Флорис, не знаешь? Тут очень темно. Вон тут амбраня. Измеряешь? 40 на 40. 40 на 40. Ну, такие, наверное, сделай. 40 на 40. Мама, а мы в них будем лежать или как делать-то? Ну, те выбросьте вонючие, воняет уже этим пером вонючим. Ну, вот и все. Оставайтесь таким вот же такой позитивным и креативным. Ставьте лайки под видео. 40 на 40. Пока, ну, всех люблю. Тоже сделаю.